Сегодня 124-й день, как я нахожусь в бегах. И в розыске, потому что меня разыскивает Адам-маньяк. Да, я оставил ему номер своего телефона, имя, фамилию, отчество, номер дома, в котором живу, но он до сих пор меня не нашел. Возможно, это жест доброты с его стороны, чтобы не калечить меня и не портить мне жизнь. Ведь я с ребятами из Топхама совершил огромную ошибку. Я не дал мужу семейства сначала заехать на тротуар, а затем через несколько месяцев его жене. Не дал проехаться по себе и по пешеходам, которые там были. Не дал начистить себе рожу, увернувшись от удара. Райси, серьезно? Семейство маньяков. Сегодня 8 октября, и у меня день рождения. Любой пиар-менеджер за такую пиар-компанию попросил бы с вас, знаете, кругленькую сумму. Я сделал это за бесплатно. Поэтому реквизиты в описании, можете меня поблагодарить. Никто на планете не знал, кто такой Адам-маньяк. Буквально никто. Теперь знает огромное количество людей. И вы посмотрите, какие комментарии прекрасные про вас и вашу жену пишут. Какие вы молодцы. Как вы дали отпор этим провокаторам жалким. Вот стоят они на тротуаре, не дают заехать машинам. Правильно, их надо гнобить. Их надо давить, их надо наказывать. А то что это они? Мне надо 5 метров сократить, а тут мне кто-то мешается. Вообще не дело. Начинайте с себя, боритесь с хамством. Всех вам благ, удачи, здоровья. Самое главное, чтобы те, кто вам не безразличен, были рядом с вами, поддерживали вас. И все у нас будет хорошо. 124-й день, как меня разыскивает Адам-маньяк. Я тебя пощадю потом, камерщик. Ты никто, и звать тебя никак, если меня не найдешь, ты меня понял? Посмотрим, понял? Посмотрим. Я буду в каждом ролике вставлять твою фотографию и отчитывать дни, которые ты меня не нашел. Какой это окей? Это, между прочим, не окей! Это... Продолжаем отчет. А ролик начинается вот прямо... Разрешите, эти вот двое ребят сзади смеются, веселятся. Они первый раз едут на рейд и не знают даже, что их ждет. Сейчас снимем их сначала, а потом в конце... Подожди, они хотят разъехаться, Сергей. Аккуратно. Так, дети, отходим, отходим. Куда? Куда вы едете? Там машина стоит, я не могу в отбор заезжать. Ну, разворачивайтесь, объезжать, вот там заезжать, с той стороны. А что, а в чем проблема здесь? Потому что здесь тротуар. Я сейчас проеду? Нет, вы сейчас не проедете. Не лишайтесь прав, пожалуйста. Я вас очень прошу. Нам нужны дамы за рулем. Честное слово. Вы машину бери. Кого? Попросить, чтобы проехал? Таксист попросить, чтобы вам уступил? Не надо мне таксист. Ну а что вам надо-то? Я не пойму тогда. Пойдем, Олег. Так. Стой, я подойду. Встань, да, ты сам главный. Назад. Вы стикер ему наклеили? Недовольны чем-то? Здесь ты мне проблемы можешь организовать? Еду вон свою отвези. Здесь нельзя парковаться. Вон парковка. Как человек нормальный проедет. Проблемы. Ты себе место не можешь парковочное найти. Куда? Это мой дом. У него сейчас машина взорвется, у него номера вон держатся на этой пластмасске. Нет, они держатся на этой штуке, на хомутике, потому что отвалится. Всего доброго, до свидания. До свидания. До встречи пока. До встречи пока. Дайте развернуться человеку. Вот, посмотри, знаки висят, переход, тактильная плитка, которую всю уже истоптали. Клей. Только не на вот с этой стороны. Давай, клей. Да. Туда. Вон выезд. Куда? Вот выезд кратчайший. 1.5 метра. Ты 20 метров хочешь проехать? Проедь по дороге, как человек. Там сплошная линия, куда я проеду? Сделай круг, как человек. Вот мой подъезд. Как человек, как все, круг сделай, вернись, через я тротуар не езди. Ты больной? А если вашу дочь кто-нибудь задавит здесь на тротуаре, вам нормально будет? Ну кого-нибудь, или вас, или собаку, или кого-нибудь задавить на тротуаре, здесь машин нельзя. Здесь все время машины ездят. Нельзя, запрещено, пункт правил 9.9, это тротуар.
Знака не существует, тротуары. Да? А что ты каждый день здесь? Иди пивка попей. А что иди-то? Пивка попей, иди. А что ты каждый день здесь стоишь? Я не каждый день здесь стою, я стою здесь раз в два месяца. Ну, а что не каждый день-то? Наклейку сними. Нет, я еще наклею, не уберет через минуту. Да, я проеду. Дай, пусть она выйдет. Выезжайте назад, вперед, мы вас не пропустим. Да мне все равно, что вы хотите, это тротуар. Тротуар. Я завтра тут проеду. Ну тогда вы будете уродливым человеком морально. У вас морального компаса, значит, нету. Это тротуар. Вы управляете автомобилем повышенной опасности. Тут все время машины. Уроды здесь ездят, уроды. Это сюр. Кто вы, где вы права? Иди учись в институт, иди на работу. Не, я с такими, как ты, не пью. Я с такими не пью. Спасибо, спасибо большое. Я вижу у тебя в руках наш стикер. Ты его отобрал? Нет, мне подарили. Подарили? Потому что ты смотришь наши ролики? Да. Смотри, когда вырастешь и купишь машину, на тротуарах не паркуйся, ладно? Ага. Все, давай кулачок отбивай. Слушай маму, папу. Делайте домашнее задание, хорошо кушайте. С момента прошлого видео, как я вас в автобусе снял, прошло... Ну, какие ваши доказательства, какие ваши эмоции? И поэтому нельзя делать. Страдают они с этого. Вот вы сегодня оба первый раз на рейде. Еще придете? Конечно. Ну, конечно, придете. Наклеечку. Перепаркуйтесь, пожалуйста. На полосе движение стоит. Видите, как я за вас объезжаю. Вас сейчас ДПС оформят, вон они стоят. Выезжает. Он еще стоит, что-то сколько. Да зачем вы номера-то раскрываете? Штрафов боитесь? Пошли перейдем. И работает хорошо. Он стоит. Неважно, но он же факт запечатлен. Нет, водитель просто номера скрывает. Дядя грубый, да? Зашибись. Что сейчас было? Не поехал. Это уже ненормально. Ловите его. Ловите. Нет, Вадим сзади. Ладно, спасибо в любом случае. Короче, это какая-то дичь получилась. Он пришел, ему, видите, слышали, да, если не слышали, ему старший лейтенант сказал, ну иди, быстро забери у него документы и оформи. Таксист свалил. Второй его напарник даже рацию взять не успел. Вот идет отчитываться о неуспешном нападении на таксиста. Вы можете себе покупать торт. Вы поймали самых пассивных гаишников в центре. Таких не существует в мире просто. Сейчас нет никаких. Просто вы сегодня вот счастливчик, потому что он вот так вот стоит. Вы поехали, а? Инспектор, да. Нет. Да я в курсе, он вообще не знаю, зачем пошел. Хотел какие-то там документы просто проверить и все. Чего вы так рванули-то? Где его позвали? Да по другому поводу мы его звали, не из-за вас. Вы так рванули, он стоит вообще вот так, как в охерах, что случилось. Добрый вечер. Общественное движение Стопхам. Перепаркуйтесь, пожалуйста, рядом стоите. Спасибо. О, как интересно, какой у него интересный номер. С этими отвечающими. Молодец. Здравствуйте. Общественное движение Стопхам. Перепаркуйтесь, пожалуйста, второго ряда. Мест полно. Так, 10 секунд. Ну ладно, разглаживай. Первый блин кому. Ты прям этой же штукой белый разглаживай. Хорошо, как ощущение? Стопхам сила, или как там нам говорят.